За моей спиной виден холм. Сразу за холмом начинается луга. Тихо. Нет, это не к нам. День на день не приходится. Когда часто, когда редко. Когда целый день ни одного обстрела, зато ночью приходит. Все непредсказуемо сказать. Вчера обстреливали где-то часа три из миномета. Ну, вроде нашли их и погасили. Сегодня пока один обстрел был. Когда знаем, куда стрелять, стреляем в ответ. Даже во время ихнего обстрела. Успеваем и зарядиться, и навестись, и стрелять. Когда замечаем залп града, то сразу туда посылаем подарки. Так, вот сейчас лучше на всякий случай спрятаться. Вот 80-ка. Мина. Да вчера прилетевшая, не разорвала. Это единственное, наверное, что не разорвалось. Нет, там еще и град он там. В основном они разрываются. И града. Град. Не тільки, тут раніше БМП стояло, у нього метал, влучили, да, і... Это уже, получается, очередная мушка, ну вот он. Ну, фактично, такі речі... Да, сильно зайшла. Такі речі, це... Ракета, вона не цілая. 40 – это один залп, ну, в основном лупять по 6-7 залпов. Достаточно. Для того, щоб тут розбомбити все повністю. Толщина стали стрелять. Вот. Ну это меньшая часть.